Очистка водоохранных зон стала главной темой совещания в мэрии. В этом году запланировано убрать территорию площадью 800 тысяч квадратных метров. Мусор вывозят два раза в месяц. На левом берегу рек Волга, Самара и Татьянка уже собрали 359 кубических метров отходов. Работа кипит и на правом берегу. За отчетный период вывезено 57 метров кубических отходов и очищена территория общей площадью 59,3 тысяч квадратных метров. Мусор регулярно вывозят из 24 контейнерных площадок, которые установлены в местах массового отдыха. Но хватает и несанкционированных свалок. Глава города поручил активнее вести разъяснительную работу с горожанами. За чистоту в городе ответственность лежит на каждом. Никаких денег бюджетных не хватит, если у нас сознание самих граждан не будет несколько меняться. Если они не будут понимать о том, что они, в общем-то, мусорят сами себе. И те деньги, которые мы направляем, достаточно большие суммы на очистку береговых полос, они могли бы быть направлены на те же самые внутриквартальные дороги, на малые формы, на озеленение города. Здесь, конечно, нужно разъяснительную работу вести более активно. И очень хотелось бы, чтобы вот общее воспитание, общая идеология чистоты, порядка и культуры в городе, она проникала в сознание наших граждан. Наводить порядок на береговых линиях и пляжах в Самаре продолжат до конца октября. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.